Ты вроде в отношениях разбираешься, подскажи, как парню познакомиться с парнем? Парню с парнем очень просто познакомиться. На самом деле, смотри, вот разница в том, чтобы парню познакомиться с девушкой, и в том, чтобы парню познакомиться с другим парнем. Смотри внимательно. Вот знаешь, есть вот эти вот машины, автоматы, да, которые ты опускаешь деньгу и ловишь вот такой вот клешней мягкую игрушку. Знаешь? Вот пытаться познакомиться с женщиной, это примерно как воспользоваться вот таким автоматом клешней, пытаясь зацепить эту мягкую игрушку. То есть ты со временем начинаешь думать, что с клешней твоей что-то не так. Вот. А деньги-то уходят и уходят, а все нихуя не получается. Ну так вот, это когда ты пытаешься подцепить женщину. А когда ты пытаешься подцепить парня, познакомиться, то это все равно, как если ты открываешь автомат, берешь оттуда мягкую игрушку, закрываешь и уходишь.